Оплатить налог, не выходя из дома, легко. Все платежи можно совершать в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Зарегистрироваться несложно, нужно лишь обратиться в любую налоговую инспекцию со своим паспортом. Также войти в личный кабинет налогоплательщика можно и с помощью учетной записи на госуслугах. Сотрудники налоговой службы напоминают, оплата налогов – конституционная обязанность каждого гражданина. Согласно законодательству, срок уплаты до 1 декабря. Однако, в связи с тем, что 1 декабря приходится у нас с вами в этом году на субботу, уплатить налоги нужно будет до 3 декабря 2018 года. Рассылка налоговых уведомлений уже началась. Более подробную информацию о своих имущественных налогах можно получить как в личном кабинете, так и при прямом обращении в налоговые органы.